А теперь иди сюда. Ай, что за лазерная наводка? Отвали. Что за жопа? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Рафаэлка, Санди, Данила, Туберс. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень крутая рубрика, потому что пацаны не должны дать мне сбежать с пиццерии. А если я сбегу с пиццерии и буду находиться на улице 10 секунд, я превращаюсь в злого аниматроника и начинаю всех мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас миссия невыполнима — сбежать с пиццерии. Погнали. Просто ходим. Ближе к выходу. Никого не трогаем. Чуть-чуть быстрее начали ходить, заметили? Просто ходим. Так-так. Нифига себе у тебя дробаш. Есть. Я пошел, я понял. Осторожно. Психи какие-то у нас сегодня охранники. Гранату держит, тот автомат мне в голову целится. Вы че такие психи? Я вас боюсь. Осторожно. Ты на прицеле. Да? Понял. Тихонечко идем. Мы не позволим тебе выйти. А я никуда не выхожу, я просто хожу по пиццерии. Пацаны, если что, нападаем. Видели, как я резко этот свернул? Блин, настроение, ребята, классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то интересное, которое поднимает людям настроение. А тут же выход, надо не давать ему. Не, я осторожно. Я буду очень осторожно идти. Я не выхожу, там еще пиццерия же идет, я не выхожу. Толпитесь, пацаны, что-то не пришло. Я не выхожу, я просто иду осторожно. Блин, ребята, классно, настроение, вот так угарно. Что они будут делать? Вот, проходи. Эй, куда? Блин, ну давайте попробуем для начала. Что будет, если я выйду? Ой-ой-ой-ой-ой. Отчитываем время. Давайте, 20 секунд, если я буду находиться на улице, я превращаюсь в злого. А вы сами себя мочит. Кинули гранату в проходе и не могут выйти. Класс, это гениально. Я уже должен был, по идее, превратиться в злого. Что мы, в принципе, и делаем. Все, пацаны, вы не смогли меня 20 секунд сдержать, потому что вы проявили неправильную тактику. Зачем вы сами себе проход загородили? Теперь я иду за вами. А вот теперь я за вами иду. Смотрите, как быстро поменялась сразу у нас тактика. Видите, моментально. Чуть-чуть неправильно сделали. Все, теперь я бегу. Иди сюда. Так. Смотри, как хорошо убегает до этого момента. Буду убивать, ребята, только в притирку. Далеко не буду убивать. Все красиво, бежим. Ого, там выстрелы. Отвали. Дима, ты куда убежал? Где ты? А я добрый стал опять. Я добрый. Я выбежал, видите, случайно зашел. Проверяю, что пацаны опять будут делать. Ой, да, все, превратился. Ого, шары. Ну, давай, остановишь ты меня. Блин, пацаны, это что, сложный аниматроник? Всего 10 тысяч жизней, это же слабо. У вас такие есть мощные оружия, вы используете говно. У вас же есть пригвождатель, мощное оружие. Чего вы не используете ничего? Если б я был бы охранником, я бы убил аниматроника за 20 секунд. За 10 в общем. Иди сюда, охранник. Смотрите, от смерти не уйдешь. Еще один. Уклоняемся от выстрела. Опа, красиво. Сами себя убивают. Молодцы. Хороших взял охранников, которые вообще не умеют играть. Иди сюда. Ты не уйдешь. Ух ты. Неплохо. Да будет, ребята, у нас еще жестче аниматроник. Досмотрите до конца, потому что в конце будет босс, которого будет очень сложно убить. Вот это он отлетел. Ого, как-то посветлело, что ли, на улице? Иди сюда.
добежал. Кстати, пулемет хорошо сдерживал меня. Прям, о, знаешь, в пузо стреляешь, я прям отлетал. Догоняем еще одного. Иди сюда, подлец. Так, ближе, ближе, ближе. Резаем, чтобы догнать. А, блин, ну не могу догнать. Медленный аниматроник, реально медленный. Да. Довольно-таки медленный. Отлично. Давайте их подпустим вовнутрь. Заходи. Дурак, что ли? Ты дурак? Я убийца. Я сбежал все-таки с пиццерии. Ребята, я думал, будет это очень сложно, но оказалось не так уж это и сложно. Так, пацаны, вижу, карту не сильно хорошо эту знают. Неплохо, я думал, все-таки будет несколько раундов сложных. Опять гранатки, ну да не, не использую гранаты, ты не умеешь ее использовать. Ой-ой-ой-ой-ой, неплохо, неплохо напердел. Ладно, мы тут постоим. Ого, не решили, ребята, меня вытравить. Неплохо, неплохо. Ну я живой, жизнь у меня не тратится. Я нашел место в комнате, которое не достает граната. Ой-ой-ой-ой-ой, травит, травит, травит. Отлично, стоим. Прикольно, прикольно. Так, я живой. Смотрите, прям рядом, рядом, рядом. Ну не достает. Прям даже рука немножко в газу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда, сюда, сюда. Блин, все. Молодцы. Раунд номер два. Первый раунд я выиграл, по сути. Я же вас убил всех? Да. Сейчас посмотрим, сможете вы этот раунд затащить. Бегите в пиццерию. Вы должны просто найти очень классное оружие, которое реально меня будет убивать быстро. У этого аниматроника 10 тысяч жизней. Но он немного быстрее двигается. Видите, сбой небольшой у него всегда есть. Теперь догоняй, догоняй. А я не убежал еще, вы что? Я просто бегаю. Ты что, на меня бомбы налепляешь? Слышь, я думаю, что у меня аниматроник когда тяжелее бежит? Ты мне уже налепил там сколько, 10 бомб? Так, сюда. Сейчас мы, ребята, быстро-быстро это сделаем. Ого, ты на своего прилепил. Если что, то так нравится. Ну зачем ты это делаешь? Ты же сейчас всех убьешь. А я не выбежал. А вот теперь выбежал. Отсчитываем 20 секунд. 20 секунд идет. Отлично, он опять всех убил. Так, так, так. Ты молодец, молодец. Задамажил мне немножко. 10 секунд. 10 секунд. Все, время вышло. Превращаемся в злого. Полетел. А теперь иди сюда. Ай, что за лазерная наводка? Отвали. Что за жопа? Угу, а не, слабо бьет, слабо. Я рад, что оружие фуфыжное. Так, бежим сюда. Сюда, сюда, сюда. Где он? Открываем. Отвалите. Я же в пиццерии, да, отлично. Ребята, ну что, получилось у меня два раза сбежать, хотя, знаете, я пацанам даже дал фору тем самым, что взял аниматроник с такими же хп. И они не смогли все равно мне ничего сделать. Мощный, мощный у меня аниматроник. У вас тактика, вы сами себя убиваете. То есть тактики ноль. Так, ну что, пацаны, проиграли или выиграли, как вы думаете? Давайте, если вы меня в течение двух минут не убиваете, то я выиграю. Надо было знать, где ты. Отлично. В этом и есть смысл. Вы должны ничего не знать, где я нахожусь. Так, осторожно. Пицца ей, походу. Отлично, отлично. Засаду делаем. Отлично. Я знал, что он бежит. Это было прочитано, на самом деле. Здесь ничего и нету сложного. Так, я знаю, что на крыше как-то можно подняться. Только как это сделать? Так. Подпустим поближе его и замочим. Отлично. Давайте сюда забежим. Так, как же подняться наверх? Туда мы уже больше не побежим, потому что там тупик. Привет. Отлично. Убийца идет. Ребята, минуту я уже продержался.
Еще минута. Отлично, ребята. Теперь только выждать. А я по тени вижу, когда они подходят. Видели? Появляется такая штука возле двери. Ну чё, вы идете ко мне? 15 секунд, и я выиграл. Ну да, пацаны. Карту вы не знаете. Надо было карту, да, наверное, попроще брать? Сложная для вас карта? Особо на ней не играл. Не играл, да? Отлично, я знаю, что ты хочешь сделать. Ты хочешь меня заморозить. И, кстати, вы могли давным-давно это сделать еще в первом раунде. Почему вы не догадались, я не знаю. Ты себе еще попадать умел? Можно ли заморозку использовать? А я сказал нет? Я ничего не сказал. Приглаждатель тоже как заморозка. Я бы на месте стоял, бы не мог вас убивать. Вы не знаете просто дети оружия, да? Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Любой может зайти и записать со мной ролик. Вот как эти пацаны новенькие. Ну, один не новенький. Да, пацанчики, я вас разгромил. Где вы? Мы в начале. Я иду. О, ну давай, стреляй. Заморозку все берем. Давай. Ребят, смотрите, они заморозку взяли, они... Да вы ее использовать не умеете. Смотрите, насколько... Просто надо уметь уклоняться, видите? Опа. Ну давай, дуэль. Ты заморозка, а я аниматроник. Давай, один на один. Можешь убить? Смотрите. Оп, оп, оп. Отлично. Ну что, давай. Ребята, я вообще сегодня мочу. Ну все. На самом деле я выиграл, это было очевидно. Пацаны просто не сильно наиграны. Если бы со мной играли бы пацаны, которые со мной записывают каждый день ролики, это было бы просто мясо. И мне пришлось бы аниматроника брать, у которого 100 тысяч хп, даже и больше. Поэтому, если понравился этот ролик, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще.